Всем привет, и это новое видео, и сегодня будет обзор новой игры Public Transport Simulator Coach. Это игра от создателей игры Cargo Transport Simulator, Public Transport Simulator и еще много каких игр, которые вы знаете. И у них вышла новая игра. Как помните, по игре Public Transport Simulator мы ездили по городу, развозили жителей, вот, пассажиров, а тут будут междугородние перевозки, это как туристические такие, как видим, стоит МАН, туристический автобус, вот. И мы будем развозить туристов на дальние расстояния. Итак, давайте сразу посмотрим менюшки. Видим гараж, вот автобус в гараже, давайте посмотрим. Вот здесь есть множество чего, справа показаны характеристики автобуса. И давайте посмотрим, какие здесь автобусы есть. Есть Икарус. Вот какой еще автобус, даже не знаю, что это за автобус такой. МАН. Тоже не знаю, что за автобус. Ну, это Скания. И это Скания, пока автобусов не так много. Думаю, дальше они будут пополняться, парк автобусов. Так, это что такое? А, это можно будет для пассажиров комфортабельность повышать. Вот сиденье, телевизор, Wi-Fi вон был. Книга какая-то. Ну вот это все можно будет делать. Ремни безопасности. Ну это вот все по безопасности. Уже радует. Так, раскраска. Ну вот это по отдельности детали можно красить. Так, ну это вот на крыше кондиционер, вентиляция. Вот она красится. Но тут они почему-то не нажимаются, эти два. Можно будет делать наклейки. Вот такие вот всякие прикольные. Вот так вот, ну, это, естественно, все стоит денег. Вначале дается только 5000, ой, 500 долларов всего лишь. Можно выбирать рандомным раскраски. Но мы не будем этого делать, потому что у нас так пока мало денег. Так, почему-то он не пропускает нас. Ну вот, автобус перекрасился. Теперь у нас осталось 350 долларов, и цвет какой-то не очень. Но это я потом исправлю. Так, можно улучшать двигатель. Менять колеса. Вот так вот они меняются. Вернее, не колеса, а диски. Вот так вот. У нас стоит стоковая. И тюнинг. Это вот на крыше. Вот, смотрите, сейчас появляются такие фары всякие. Вот так. Так, это что такое? Это тоже на крыше. А, нет, это вот у нее под лобовым стеклом идут. Ну, вот эти вот прикольные. Ну, теперь снизу идут. Вот так вот с фарами все. И последнее, это выхлопная система. Она у нас сзади, естественно. Ну вот трубы меняются. Ну вот все понятно. По гаражу разобрались. Давайте выходим обратно в меню. Ну если вот корзина, это, наверное, за... Ну, донатить разработчикам, чтобы покупать какие-то автобусы, деньги накручивать, все такое. Так, давайте переходим в настройки. Сейчас у меня стоит низкая графика. Тут еще музыка доиграет, я ее отключу, чтобы авторские права не получить. Есть автомат, полуавтомат и механика. Можно отключать, включать трафик, менять управление. У меня сейчас вот стоит руль. Вот так вот.
Автобус можно помыть, он, то есть пачкается, $50 мойка стоит, и заправить прямо в гараже. Давайте его на полную заправим, и у нас осталось $52. Если бы не покраска, было бы гораздо больше. Ну вот, это вот все, что есть в меню. Давайте уже приступим к работе. Вот здесь нам предлагают выбрать тип коробки передач и управления. Ну, я выбрал пока что автомат и руль. Поехали. Также хотел вас поблагодарить за 1000 подписчиков. Огромное вам спасибо. Осталось набрать 200 тысяч просмотров. И будет все хорошо. Сейчас же 122 тысячи просмотров. Так, сейчас ночь. Можно вот вращать камеру. Давайте посмотрим. Какие здесь виды камер есть. Вот такая вот классическая. На бампере, на крыше, сверху. Вид назад вот такой вот. Ну и в салоне. Вот, видим, можно здесь заправиться. Прямо на базе. Там гараж, можно заезжать. Так, что тут есть? Есть гудок. Так, можно завести или заглушить двигатель. И причем нужно кнопку зажимать. Есть ручной тормоз, круиз-контроль, деньги. Вот показывают, сколько топлива, камера. Можно включить, выключить фары, дальний, ближний, дворники. Все как полагается. Кнопка стоп, можно регулировать сиденье. Вот всяко. Но можно это все восстановить. Вот так. Ну и GPS, это вот где мы будем выбирать работу, как я понимаю. Вот до заправки, до какого-то терминала. Так, что такое бус депот? А, я уже тут. Так, небо. Вот до туда съездить. Ну и давайте поехали. Не знаю, куда нас сейчас это приведет. Вот еще есть поворотники, кстати. Почему-то не открываются. Не, они нас в упор не видят. И как выезжать с этой базы? А, вот кнопка есть. Вот. Вот и нужно будет выбрать. Давайте выберем самую дешевую. Так, ну, здесь очень много чего. $328. Это вроде бы здесь самая дешевая была. Давайте выберем ее. 228 километров. Так-то далеко. Ну, так как это туристический автобус. Так, машины не едут. Выезжаем. Выезжаем ночью. Не знаю, сколько сейчас времени. Здесь не показывается это. Ну, движок от игры этот же, который нам всем знаком. Местность эта же. Появились только новые автобусы, и теперь сюжет игры чуть-чуть другой. Вот, едем пока без пассажиров. Можно понаваливать по городу ночному. Вот здесь стоит какой-то автобус. На наш очень похожий. Ну и вот этот терминал. Ну, едь уже. Так, вот все, заезжаем. Останавливаемся. Открываем двери. Открывается багажник. Так, люди идут. Как-то они странно заходят сквозь автобус, но там мы в многих играх видели, так что можно и не обращать внимания. Вот багажник у нас пополнился. Так, ну, сели, вошли. Все. Давайте закрываем двери. Теперь нужно отсюда как-то выезжать. Все, выехали, выключаем свет уже.
Утро наступило. И поехали. Так, тут мы, естественно, не влезем. Придется еще раз назад сдавать. Автобус не маленький. Мне кажется, как-то темновато. Вот, а из-за того, что утро, так там никто не едет. Все, поехали. Причем камера следит за рулем, когда поворачиваешь. Так, красный свет. Нам ехать прямо. Все, поехали. Он не поворачивает в нашу сторону. Так что спокойно едем. Так, успеем или нет. На зеленый должны успеть. Все нормально. Так. Сейчас будет поворот. Нужно притормозить. Нам, надеюсь, он не помешается, потому что нам бы еще на бордюр не заехать. На бордюр я все равно заехал. Не понимаю, как нужно разворачиваться так, чтобы не задеть бордюр. Я к нему впритык ехал. Так, сейчас будет кольцевая. Помню, когда-то в игру Public Transport Simulator очень часто играл. Так, нам пишется, сколько километров остается. Вот уже 192 осталось. Скоро ли мы выйдем из этого города, то еле-еле плетемся. Так, красный свет. Еще я хотел посмотреть. Если у нас он так уже зеленый загрелся, не успел посмотреть. Хотел посмотреть, появляются ли пассажиры. Так. Чуть не въехал. Они, как всегда, самый подходящий момент появляются. Ну, сейчас будет хотя бы прямая, но стопудов красный загорится. Не дают нам ехать. Так. Дальше камеры не поворачиваются, так что непонятно, если там кто-нибудь. Так, ну вот, наконец-то мы выезжаем из этого города. И можно ехать. Так, сейчас нужно, да, прямо ехать. Не знаю, слышно ли меня из-за автобуса. Может, он громче меня жужжит. Так, сейчас тоже все прямо нужно, думаю. Руль почему-то не сразу поворачивает. Нужно было лучше акселерометр включать, а то он меня не всегда слушается почему-то. И выезжаем сейчас на автостраду, как понимаю. Остается 150 километров. Как понимаю, когда включаешь высокую графику, здесь ходят люди по тротуару. Есть зеркала, по крайней мере, в Public Transport Simulator так и было. Но у меня сейчас стоит низкая графика, а то вдруг еще лагать начнет. Так, ну и за каким-то Peugeot мы тут застряли. Еле плетущимся. Да, с рулем мне не очень удобно. А если здесь резко затормозить, интересно, они будут возмущаться. Но я это проверять уже не буду. В горку тяжело поднимаемся, но поднимаемся. Так, сейчас вот опасный поворот. Можно улететь в кювет.
Притормаживаем слегка. И он иногда в противоположную сторону начинает поворачивать этот руль, поэтому очень страшно с ним ехать. Нет, лучше я включу акселерометр. Жалко, это нельзя делать прямо из автобуса, придется выходить в меню. Если выйду в меню, то, я полагаю, ничего не сохранится. Так что придется ехать с рулем. Так, мы подъезжаем к какому-то городу. Остается 72 километра, это, наверное, не наша остановка еще. Это пригород больше, а не город. Итак, сейчас будет мост через какую-то речку. Что сказать по игре? Ну, в Public Transport Simulator практически то же самое было. Ну, а так-то прикольно, что играть можно. Конечно, такого прям вау не было. Но игра, думаю, достойная. Так, красный свет. Если я встану дальше, то через пешеходник люди не смогут сходить. Так что я вот так встану. К тому же я думаю, никому не мешаю. Да, никого нет. Да и плюс он загорелся зеленым. Так, выезжаем. Нам остается всего ничего. Так, успели. Так, сейчас загорелся опять красный. Ну, уже зеленый быстро здесь светофоры переключаются. Вот, давайте скорее едем, пока не загорелся опять красный. Вот сейчас, сегодня такой вот был небольшой маршрутик. Вовремя загорелся зеленый. Так, сейчас будет опять опасный поворот. Ну вот про что я и говорил. Пока меня нет, никто здесь не ездит, я появляюсь, сразу все начинают ездить. Как здесь вписываться в эти повороты? Ну вот, мы уже видим автобусную станцию. Так. Ну, все-таки без аварии не обошлось. Вот как я говорил, руль поворачиваю налево, а он направо. Но с пассажирами все хорошо, так как нам ни сообщения, ни возмущения, ничего не пришло. Нет, больше я с рулем ездить не буду. Вот здесь такая отдельная полоса под автобус. Ну, все ли вы? Не люблю автоматическое отключение поворотников. Я не успел повернуть, а он уже отключился. Было бы классно, если бы это можно было отключить настройку. Здесь стоит еще один автобус. Почти без происшествий мы приехали. Все. Люди выходят. А багаж никто брать не будет. Я ехал из Берлина. Какой-то Липсбиг. Лейпзиг, вернее. Впервые слышу такое. Так, а чё, народ-то там застряли или чё? Ну вот, выходить начали. Ну, такой вот рейс сегодня был. Сейчас они все выйдут. Посмотрим, сколько дали денег. И на этом буду заканчивать серию. Почему они так долго выходят? Ну вот, пошли. Еще пятеро осталось, четверо. Там вон в конце стоит двухэтажный автобус у здания. Видите?
Очень долго они выходят. Вот багаж уменьшается. Ну вот, все, все вышли. Так, ну вот. Одна женщина поставила 5 звезд, другая 4, а последняя один. Одну звезду, потому что мы попали в аварию. Что у нее с глазами? Так, ну, у них пишется, что они написали. Ну, какой отзыв? Короче, нам дали $328, привезли 24 пассажира. Окей, все, закрываем двери. Ну, вот такая вот игра. Можно выбирать дальше поездки. Но на этом я буду сегодня заканчивать. Всем спасибо за просмотр. С наступающим вас Новым годом. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем всего хорошего и пока.